Более 100 спортсменов из Серпухова и Тулы приняли участие в ежегодном турнире по карате. Бои на татами шли более 6 часов. Ребята участвовали в поединках с ограниченным и полным контактом. В итоге юные каратисты разыграли награды в 20 различных категориях. Победители получили кубки и грамоты. По словам организаторов, подобные турниры – это хорошая возможность для спортсменов подготовиться к большим чемпионатам регионального и федерального уровня.